Учебница Аркхем по-прежнему заблокирована. Персонал в руках бунтовщиков. Буквально 10 минут назад мы получили следующую запись. Приветствую тебя, Готэм, говорит Джокер. Аркхем теперь мой. Скоро улицы Готэма захлестнет невиданное безумие. Но сперва обрати свой взор в небо и узри смерть твоего темного рыцаря. Мы кружим вокруг башни уже. Подождите, он там. Джокер делает ход.
Заходите, мальчики, развлекайтесь, он ваш! А мне пора обратиться в город. Ну, мистер рефери, как вам этот раунд? Ну, давай, говори! Сейчас я дам тебе материал для утренней сводки, Готэм! Жители Готэма, желаю вам приятного вечера! Он станет для вас последним! Тебе меня не остановить! За это ты умрешь, Бэтс! Поехали! Тебе конец! Все это увидят! Что? Зацепило? Сейчас вернусь, Бэтс! Заходите, парни! Разберитесь с ним! По-моему, другого мнения быть не может. Я круче всех! Что скажете, комиссар? Выдержу. Что бы ты ни придумал, Бэтс, тебе конец. На этот раз я точно выиграю. Готов для нового раунда? Всегда готов. Что? Тебе никогда не победить. Никогда! Со мной все хорошо, Барбара. Полиция, наконец, взяла ситуацию в лечебнице под контроль. Врачи заботятся о раненых, но, похоже, это займет какое-то время. Все злодеи вернулись в камеру. И модифицированные токсином заключенные приходят в себя. Но для некоторых обратный процесс будет очень болезненным. Папа, а как ты? Я выживу. Увидимся вечером, Барбара. Жаль твою машину. Подвезти тебя? Спасибо, Джим. Доберусь. Отдохни. Ты это заслужил. Второй национальный банк ограблен Харви Дентом. Береги себя, Джим. Двое офицеров погибли. Подозреваемые скрылся на экране.